Так, наступил мой день рождения. Меня, конечно, с кровати подняли, но разбудить забыли. И куда-то меня везут на лифте. Вы видите, ребята, еще только солнце встало, 7 утра, а меня куда-то тянут. Это я, конечно, понимаю, что это еще все приятно, но я, наверное, сейчас буду плакать. Вот умеете вы сюрпризы делать. Счастье только. Нет, так, конечно. Конечно, от счастья. Машка! Я, Кай. А это что, цветы у них? Ну, ты же сказала, что нужно собрать. Ай, блин. Да, видишь. Доброе утро. Спасибо. Спасибо. От радости. Ой, блин. Ой, ребятки, ну, спасибо. Вы нас разбудили, что ли? Ну, я проснулась рано, потом думаю, все спят, надо лечь спать. Легла, уснула, а потом... А потом? А потом они начали. Happy birthday to you! Начинают петь. Она же как в детстве. О! Да, ребята, это удалось вам меня убедить. Ну, вот так вот. И удивить. Ой, мы смогли. Спасибо большое. Мы смогли. Ой, огромное спасибо за сюрприз. Не ожидала, конечно. Нет, но я понимала, что, может быть, курьер цветы принесет. Но то, что это будет Маша с ЭКМ, конечно, не ожидала. Спасибо, девчонки, большое. Цветы обалденные, красивые, ну что сказать, очень приятные. Я желаю, чтобы у каждого день рождения начинался с каких-то приятных сюрпризов всегда. Потому что, ну и вообще в таком месте день рождения отмечать, я впервые в таком красивом месте отмечаю день рождения. Ну вот видите, какой букет получилось, теперь надо померить температуру. 36,7, это, наверное, переволновалась. День рождения, это, конечно, очень хорошо, но утренний заплыв никто не отменял. Я иду на море. Посмотрите, какая прозрачная вода. Она бодрящая и ласковая в 7:30. В лобби-баре меня ожидает внимательный и заботливый персонал. Спасибо. Спасибо. Джунет волшебник. И день рождения. Спасибо большое. Спасибо. Умелые ручки и смекалка всегда отличали моих любимых девочек. Мама, я тебя люблю. Моя самая лучшая. Любовь – это язык, на котором говорят все сердца. Да. А кексик где? А вот смотри, 18. Ты мне ж не доперла. Да, ты что? Я очки одела и не доперла. 18 и торт. Спасибо. Без свечей, правда. Знаете, ну, сюрпризы продолжаются. Только что позвонили в дверь и вручили мне вот такой вот тортик в виде сердечка. Ну, очень трогательно. Я не знаю, день рождения у меня сегодня такой... Классный! Мы пришли вечером. Везли гриль. Это а-ля-карт, рыбный ресторан. Посмотрите, нам мальчики уже носят блюда. Да. Всякие селедочки, рыбки, салатик. Сейчас вино принесут, и мы начнем праздновать. Посмотрите, какая красота. Прямо на берегу моря. Ой, посмотри, они кипят. Видишь, прямо тарелки. Посмотри, они кипят. Ой, друзья, вы знаете, очень много всего неожиданного. Это у нас дорада, да? Дорада, рыбка. Но посмотрите, как оформлен лимон. Я его назвала лимон невесты. Свадебный лимон. Видите, какая прелесть. Ну, это я не знаю для чего. Это, наверное, для того, чтобы косточки не выпадали, когда мы будем выжимать лимонный сок на рыбу. Ребят, на вооружение. Вымыт очень красиво. Так, сейчас мы будем пробовать то, чего я никогда не пробовала. Это тыква, как мы говорим. Это тыква с медом и с орехами. Ну что ж. Ребята, это нечто. Это просто сказка. Прекрасный десерт. Полезный, вкусный. Тает во рту. Рекомендую. Я, правда, не знаю, как они это сделали, но
Тыква, вот как она это сделана? Запечена и потом полита медом и орехами. Наверное, так. Но это очень вкусно, ребята. Десерт потрясающий. Каждый вечер в Queen's Park Токирова на вечерней анимации происходит награждение именинников. Кто женит, то 24-05-ури. У меня есть много медалей. Много всяких медалей за песенные фестивали. А вот такая медаль за то, что у меня просто день рождения, это именно медаль от гостиницы. И мы ее замочим. Благодарю всех своих коллег, родственников, друзей за звонки, смски, добрые пожелания. Вы сделали мой день.